Уже несколько раз говорила, что Apple слегка поменяет новые iPhone. Вместо закругленных сторон мы увидим рамку с плоскими сторонами, что соответствует внешнему виду последнего iPad Pro. Некоторые также называют этот шаг возвращением к языку дизайна iPhone 4. Это определенно немного освежит ситуацию, поскольку текущему дизайну уже 3 поколения и пора. А как насчет задней части телефона? Здесь без сюрпризов. Квадратный блок камеры, и на этот раз в нем разместится еще больше камер, поскольку давно ходящие слухи о камерах TOF, возможно, наконец появятся в iPhone 2020, только под своим собственным брендингом LiDAR. Долгое время предполагалось, что Apple уберет или по крайней мере уменьшит вырез на экране, но во многом это желаемое выдавали за действительное. Все последние утечки дизайна показывают, что это будет та же самая бровь, не больше и не меньше. Мы также видели фотографии предполагаемого модуля Face ID, который будет установлен в новых iPhone'ах, и он выглядит того же размера, что и раньше. Напишите, народ, хотели бы вы iPhone с круглым отверстием в экране вместо брови? Вообще, можете ли вы себе представить такой iPhone? Как бы то ни было, аналитики говорят, что до 2021 года это точно не произойдет. Также не забываем, что каждая новая версия iPhone приносит с собой новый цвет. В 2019 году линейка Pro получила крутой Midnight Green, в 2020 году говорят, что он будет заменен вариантом темно-синего цвета. Это не первый раз, когда мы слышим, что Apple думает о выборе синего цвета, хотя этого пока не произошло, за исключением iPhone XR и его ярких раскрасок.